проспекту Славы идут плюс-минус. Челябинск? А ты в Челябинске, что ли, живешь? В Челябинск не планирую. Алик, очень важный вопрос. Я тренер, спортсмен, блогер и просто тупой качок. Так. Даша дома собирается на вебинар. О, солнце вышло. Так. Давненько не было, надо хотя бы раз в денек сейчас заходить. А то, походу, все. Забуд. Как, кстати, связь? Никто не написал говная связь, потому что я купил новую симку. Я красавчик. Даша будет проводить вебинар. Там вы можете задать ваш вопрос. И все. Связь на самом деле огонь, потому что сейчас я посмотрел, проверил на спид-тесте 50 мегабит. Ну что, это какая-то фантастика. Мне кажется, она быстро уйдет. Оп. Кого заблокировал? Безлимитка по России. Безлимиточка. Фу. Йота. Связь йота. Хотя парень меня расстроил. Я как понял, они арендуют вышки у других компаний. Не знаю, как она будет работать. Особенно мне интересно, как она будет работать у меня дома. К которому я практически подошел уже. Кто в Питере знает, Фрунзенский район. Узнает эти дома. Это прекрасно, прекрасно, Дашуля. Надо тебя, может быть, тоже туда подрубить. Да. Я живу на улице Славы. Самом-самом мое начале. Так, ну ладно. Ну ладно. Никитос, такая тема всегда. Всегда хочешь быть сухим, а становишься, сука, жирным. Так что мне знакома эта тема. О, ты меня тоже знаешь? Да? Ну давай, здорово. Я тут перескоплю. Смотри, машина сзади. Нет? Ладно. Давай, я смотрю тебя. Да? Да. Нормально все? Отлично, красавчик. Ну давай, еще езжай. Вживую здоровее, чем а? Вживую здоровее, чем на видосах. Так это все время говорят такую тему. Просто не передает, я же шпала. Да. Я сначала как бы, ну, смотрю, сухой такой, маленький вроде, а потом первый раз, когда в этом увидел, Кудрова Алекс Витнес. Ничего себе. Ну, здесь живешь, что ли? Ну. Смотри, будь осторожен. Ну давай, удачи. Увидимся. А? Тебя, Сереж, все знают. Сегодня прям день встреч на машинах. Я звезда, звезда, я звезда. Я люблю своих подписчиков, они так поднимают настроение. Вот, так что я пойду творить. Творить, снимать видосы, потому что скоро мне надо выкладывать новости, выкладывать интервью со Шпаком и выкладывать тренировочку. Так что все, друзья, всем прекрасного настроения и пока, толстые пальцы. Ставьте лайки, вот они, не забывайте, и помните, жир — это очень мерзко.